Собрал вот такого зверя. Приспо называется, кто-то говорит приблуда. В два слоя надо. Это сматывать, конечно, все нужно. Так, чтобы это пальцы тут не гнули. Вот оригинальный был, отсюда смотрим. 17,5 отожженный. А вот был. Написано на ней 0,18. Уже отжег. Это ближе к 0,17. Будем мотать этим. Потому что тут такие зазоры. Ничего не прибавить, не убавить. Здесь припаяю. Не буду заводить туда. Дырявить. Вот до сих пор была намотка, видно. Отсюда сюда.
Или до сих пор? Надо посмотреть. Да, 13,5 миллиметров намотка. Вот до сих пор. Сто 130 витков провода 0,18. Там, правда, ПЭЛ, это ПТВ-2, он более термостойкий. ПЭЛ, вообще 105 градусов ПЭЛ, этот хоть 130. Спаял тут. Этот кончик подлудил. Этот зря второй кончик вывозил в клей. Это БФ-2. Ну и крутить виток по виточку. Навык нужно иметь или приобретать. Можно мотать. Чуть-чуть с напряжением. Ориентир вот эти проводочки по ним считать. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Кое-где надо бы помазать получше. 40. Особенно в конце. Потому что там
самое держаться, чтобы не слетало. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Надо было бы 65, но пусть будет 61. Две лучше не жалеть, но так, чтобы... Её ж потом снимать, эту катушку нужно будет. Есть, конечно, некоторые методики, но по первости... были проблемы. Ну, а тут сейчас нужно зайти на второй слой. 61. Теперь нужно чуть-чуть двигать сюда, чтобы с натягом ложился виток к виточку. 62. Тут не видно уже. 63. 64. 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94.
4, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Хватит 20. Отвалилось, что ли? Нет, не отвалилось. Паяльник маленький сдох. Чинить надо. Это приблизительно. Но 12 он показывает.
По постоянке так и должно быть. Все, пока. Теперь это надо греть, потому что оно не сойдет просто так. На плитку ложить, на единичку ставить и тянуть. Так, тут надо поглядеть, чтобы ничего не выступало. И лучше пролить, потом протереть растворителем, как высохнет. Сейчас нужно это все положить на плитку, нагреть, сердечник чуть-чуть раздастся в диаметре. Эту катушку изнутри расширит. И потом, как остынет, должно сойти. Греть? Поехали, значит, сдох. Я его в Канаде покупал, он 110-вольтовый. Я его питал через конденсаторы. Он долго у меня дюжил. Сдох-то вот тут вот. Я спаяю сейчас вот тут. И Бог даст, опять работать будет. Меня он вполне устраивает. А это я сейчас не буду ходить на плитку. Я сейчас вот этим вот нагрею это дело. Забыл, как она называется. Очень удобная штука. В Канаде не на каждом шагу, у нас нету. У китайцев есть тоже. Можно у китайцев покупать. Но они разного размера. Чего я буду спаивать? Я сейчас сюда все прикручу. Плоские где-то подевались. Грею.
чувствуется уже держать тяговым, в смысле. Еще можно, но недолго. Градусов до 100 надо подогреть. Потом подождать, пока остынет. Она сейчас расширилась диаметр чуть-чуть. Потом остынет, сядет, а катушка останется. И сойдет, сейчас не сходит. Четыре двадцать восемь. Мотать в этом плане проблематично, там 4 слоя, тут 2 хотя бы. Семьдесят пять. Хватит, 100 градусов, даже 9 десятых. Балё, как говорят буряты. Ждем, ну, пока практически остынет. Остыло. Еще конусность в эту сторону. На 12 тем, как казало, так и кажется. Бывает, что когда нагреешь, так отойдет что-то. Но это надо чистить. И можно собирать. С растворителем это надо убирать. Будет цеплять, скрести. Но главное, что снялось. То бывает не сходит.
Так, ну почти сутки полежало, можно вытаскивать. Но это неплохо. Так, надо подпаять концы. Паяльник сейчас нагреет. Генератор там. Частотомер у меня есть на низкие частоты. Вот генератором. Резонанс хочу померить. Резонанс меряют, дают с генератором. Называется резонанс подвижной системы. Так, это мы потом померяем. Поточнее. И меряют напряжение. Хотя бы вот такой балалайки. Нужно просто найти больше-меньше. Резонанс. Будет максимальное напряжение. Так. Вольтметр по переменке включен на катушку. На катушку с генератора подается и параллельно. Вот нужно настроить вот меньше. Сейчас в районе 52 Гц. Стрелку видите, наверное. И по звуку слышать на резонансе. Будет максимальное показание. А тут уже больше 50 Гц. Вольтей. В общем, тут где-то вот в районе вольтика. Это максимальное. А по частоте генератор показывает 60, чуть меньше 60. Генератор показывает по шкале по своей. На частотомер. Сейчас частотомер. Показывает 59,93, но 60 Гц. Значит, шкала более или менее верна. Так. Но это же у нас вот этого колпака нет. С этим колпаком масса будет больше. Чем больше масса, тем меньше резонанс. В смысле по частоте. Но его клеить надо. Это уже что-то попало. Но это не магнитное, это вывалится, если его перевернуть.
Ой. Попало уже. Прилепим колпак. Подожду маленько, то отлетит. А вот с этой вот, с этим колпаком резонанс понизился, масса добавилась, диффузор. Стало 57,5. Ну, 56, может быть. Ну все вроде.